Информация об обнаружении подозрительного предмета поступила в дежурную часть УВД по городу Сочи от местных жителей. На место незамедлительно выехала наша следственная оперативная группа. Наряды полиции, была произведена эвакуация учащихся и персонала. В ходе проведенной проверки при использовании служебных собак и службы кинологов установлено, что обнаруженный предмет не вызывает никакой опасности. Полиция УВД города Сочи обращается ко всем гражданам и гостям города Сочи. При обнаружении подозрительных предметов мы просим незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02.